Добрый день, дорогие подписчики Игромании, с вами Лестер, и мы продолжаем играть в МТБ Фрирайд. И знаете, сегодняшний ролик я решил сделать немного необычным. Ну, знаете, чтобы не просто так пытаться как-то кататься, гонять по трассам, просто меняя там через определенное количество попыток, а давайте поучимся делать сальто в этой игре. Я на полном серьезе, подождите. Давайте разгоняемся. Сейчас мы эту суку пришпилим. Друзья! Охренеть, получилось! Нет, не получилось. Ну ничего, главное, я думаю, суть нам, в общем, ясна, чем, что нужно делать. Но, как видите, у меня вертушка получилось совершить, и после этого мой велосипедист сломал себе шею, но окей. Я верю, что он выживет, и страховка все покроет, и те деньги, которые он получит от Росгосстраха, я не знаю, с помощью них он... Получилось, смотрите, с помощью них он... с помощью... Аккуратненько. Ни хрена себе. С помощью них он сможет себе пришить руки, ноги и так далее. Ну-ка, друзья, неужели это будет сейчас то, что я думаю? Подождите. Подождите. Чуваки. Смотрите. Вот вам и сальтухи. Я думаю, сейчас до 1000 километров дотянем, как и планируется. Мне же сказали, можно 1000 километров набрать в этой игре. Ребят, по-моему, у меня руки удлинились. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но... Но, по-моему, у меня персонаж растягивается, как персонаж из «Фантастической четверки». Сюда все километраж куда-то в сторону уплывает. Посмотрите. Что ж, друзья, я пожалуй... Все, я вышел из велика, и меня, как видите, куда-то унесло. Что ж, давайте еще раз пытаться. Давайте выберем, может, другую какую-нибудь трассу. Нет, это та же самая последняя. Давайте последний раз. Мне кажется, мой велосипедист — это персонаж из «Фантастической четверки», ей-богу. Хорошо. Смотрите, кстати, другой просто стоит, смотрит на нас. Типа, знаете, стоит прям на нас, я не знаю, как на мне, и говорит, типа, чё, сучка, видал, как могу стоять? Все ж, давайте лес заценим. Все-таки учимся делать сальтухи. И я надеюсь, сейчас получится. Ребят, сальтуха. Сейчас. Охренеть, получилось! Чуваки, получилось сальтуху сделать! Ну, сейчас, конечно, не получилось. Сейчас я бошку себе разбил, но... Начало живенькое, давайте еще раз. Ребят, ну, сейчас и сальто делать. Охренеть в этой игре. Так, давай, все, погнали. Чувик, видите, у меня... Моя реинкарнация предыдущая меня уже обгоняет. Мя. Знаете, такое большое количество клонов меня, которые, знаете, обречены на то, чтобы разбиться... Да. Знаете, каждый раз, когда я заново зарождаюсь, я чувствую то, что ведь очередной мой клон, он обречен. Его ничего не ждет, кроме боли. И, я не знаю, ощущение того, что вот-вот он разобьется, вот как сейчас. И мне так их жалко всех. Но, что поделать-то, это же весело. Давайте-ка разгоняемся дальше. Ух ты, не получится, друзья. Да. Даже персонаж, смотрите, все еще я падаю и... Ух ты, прям головой об скалы. Еще об скалы, еще об скалы. Я как мячик теннисный, все, прикатился. Давайте дальше. Ну же, победная сальтушка, сука, хотел сказать. Давайте, победная сальтушка. На этом, я думаю, закончим, потому что все-таки игра это хороша тем, что в нее нужно играть. В нее, в принципе, и можно играть немножко, иначе она начинает надоедать. Вау! Вау! Нет, не получается пока победа с сальтушкой. Эта игра хороша тем, то, что играя в нее не нужно записывать там 40-минутный летсплей. А можно так вот чисто несколько минут поездить, и вам будет интересно, и не нас учат. Давайте-ка. Не хватило скорости. Знаете, вспомнился мультфильм про Джека-пирата, который шел еще, я думаю, такие олдфаги помнят, Fox Kids канал. Так вот, там был мультфильм Джек-пират, и каждый раз в заставке чувачок говорил то, что не хватает дыхания, и тут его хватал за горло, вернее, за шею какой-то монстр. Вот это было прикольно. Нет, друзья, давайте сейчас, я не знаю, я аккуратненько даже постараюсь съехать. И вот сейчас, вот. Так, секунду. И вот здесь уже газуем, чуваки. Во-во, все получается. Берем разгон. Сальтуха пошла.
Получилось, чуваки. То, что я разбился, это херня, потому что я приземлился на два колеса, сделал в полный сальт. И то, что у меня сейчас у чувака кости из ног торчат наружу, это все херня. Поэтому, друзья, с вами я прощаюсь. Чем больше будет лайков и комментариев положительных под этим роликом, я думаю, тем больше будет выпусков по МТБ Фрирайд. И также я планирую в дальнейшем, да, установить новую версию, там какие-то новые фишки ввели. Поэтому все будет клево. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. С вами был Лестер. Пока.